680 рублей. Вот такая вот 680 была. А теперь розничная цена 550. Оптовая цена для врачей. Вон тут розничная цена для авторизованных пациентов. Тот, кто много покупает. Ну, допустим, 5 баллов пусть начисляют. Мы копируем. С продуктами будет очень весело, потому что их много. Кингингивал. Гексидином. Так, мы текст помечаем, который берем. Естественно. Зелененьким. Его копируем сюда. Это поле описания товара. Сейчас одну страницу какую-то причешем и посмотрим, что из этого получится. Но, в принципе, для ополаскивателей пасты, я думаю, что у нас будет аналогичный пока страницы, а потом на этапе уже вычистки, да, и разделения мы их. Ну, то есть у нас нет сейчас цели полностью. Я один просто сделал какой-то продукт. Значит, фотографии товара. Теперь поехали. Рабочий стол, ромашка, картинки, кин. А, фотки-то, которые мы берем, надо помечать еще. Точно. Ополаскиватель. Отлично. Нет нескольких фотографий товара. У нас одна только фотка. Если удалить, скорее всего, в продуктах нет доп. Фоток. Понятно, да? Список ведем. Галерея. Но сюда можно пока ничего не добавлять. Иконка про. Иконка для детей. Для детей. Промо. Хит. Акция. Да. Ну и все. Эти слова мы пока вообще не заполняем. Смотрим на продукт. На один единственный. Значит, попробуем найти. Вот. В кине у нас вот что нарисовалось. Очень хорошо. Акционный товар. Угу. Если мы сюда войдем вот так, то он будет у нас. Если мы в него зашли, то есть типа можно фотки еще добавить. Ну-ка посмотрим. Фотографии товара. Ну давайте пока какую-то любую добавим, просто посмотреть, что будет. О! Вот, то есть фоток несколько загружается. Прекрасненько. Давайте ему еще каких-нибудь иконок навставляем. Странно. А я иконок выбрал 4 вроде, да? Значит, что мы выбрали? Промо, хит, акция и товар месяца. А у меня он почему-то 3 отображает. Так. А выбрано 4 админки. Угу. А можно, интересно, копировать продукты? 2 продукта. Давайте копернем. Значит, еще раз теперь перекин мы заполним. Идем в тексты. Значит, мы выбираем 3 продукт. Это перекин.
Гель. Перио. Кин. Сразу скопировали. А у нас какая на него акция? Он был 700. 550. 400. Гель перевыки. Надо процент, наверное, написать. Ну, 2%. Это мы меняем тоже. Гель переокин. Действующее вещество. Прам-прам-прам. Сколько бонусов. Краткое описание. Теперь мы идем сюда, да. Ну, сделаем вот такое описание краткое. Удалим. Формат есть старый. Так, а в описании продукта вот этот весь текст напишу. Это все копипастом делается на самом деле, поэтому и нужно просто заготавливать материалы. Ну, то есть определенный подход к работе. И есть моменты, когда надо действительно сесть, хорошенько подумать, прежде чем бросаться что-то делать, потому что все может сводиться просто к нажиманию там 5 кнопок подряд для того, чтобы данные обрабатывать группами целыми. Так, про первый кин тут все написано. Значит, эту картинку мы удаляем, эту сохраняем. Мы ищем все картинки теперь по гелю первый кин. Ну, да ладно, потом это сделаем. Вот у нас 4 картинки мы добавили. Нам их надо только отметить. Потом, если вам надо будет что-то делать, вы будете просто искать в отмеченных картинках. Это гораздо быстрее. В общем, да, это ускоряет. Мы страничку отображаем. Итак, следующая наша встреча. Открываем сразу сайты. Сайт Ромашка. Так. Ну что, наша задача на сегодня — это загрузить все продукты. Откроем все продукты. И по порядку начнем их загружать. Значит, Кингинги Валалпанта у нас есть. Давайте теперь продукты посмотрим. Да, странно. Седьмой. Значит, что у нас есть? Гель Periokin. У нас есть ополаскиватель Кингингивал. Пасты пока нет. Periokin гель, да. Значит, давайте теперь сделаем Periokin спрей. Да. Вот наша задача в том, чтобы все продукты сюда добавить. Теперь мы посмотрим здесь. В кине должно увеличиваться количество продуктов уже. Вот новинки у нас две, видите, появились. Вот акции. Теперь поехали средства TP. Нам нужны ёршики.
Пишется все. Так, фотографии товара. Нам нужно найти ёршики EOR 604, которые оригинал розовые. И загрузить все их картинки. Ну, такие тоже можно. Значит, я, во-первых, отмечаю. О, то, что нам надо. Нужная картинка. Потом картинки, которых будет не хватать, вдруг по каким-то причинам, можно уже докачать по факту. Ну, вот такая картинка нам подойдет тоже. Ее отметим. Эти с длинной ручкой, эти 25. Это, в общем-то, то же самое. Ну, в принципе, нам достаточно картинок. Мы вот это поставим как номер один. Новые нет, про на них нету. Для детей, конка промо. Хит акция, товар месяца.